Грозовой фронт накрыл Екатеринбург. Молнии и гром захватили практически все небо над городом накануне вечером. В интернете сразу же появились фотографии и видео со стихией. Отметим, накануне в региональном МЧС выступили с предупреждением. По их данным, непогода на территории Свердловской области продержится сегодня весь день. Временами сила ветра будет достигать 25 метров в секунду. Кроме того, ожидаются сильные дожди и грозы. Синоптики рассказали, что на Урал пришел циклон с севера, и вполне вероятно, что местами вновь могут выпасть осадки в виде снега. Потепление прогнозируют после 24 июля.